Пашинян заявил, что сдача сел не является гарантией того, что войны не будет. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Аскипаре отличалась от предыдущих встреч. На этот раз встреча прошла в холодной атмосфере. Об этом в беседе с корреспондентом «Новости Армении» News M заявил журналист Воскан Саркисян. Впервые в селе были установлены металлодетекторы. Телефонов не было, поэтому Никол Пашинян может позже сказать, что чего-то не говорил, или может сказать, что его неправильно процитировали. У многих были вопросы к Николу Пашиняну, но ответы оказались неприемлемыми. Никол Пашинян заявил, что сдача сел не гарантия того, что войны не будет, но он надеется, что войны не будет. Он добавил, что ответом на отказ будет война, и в случае войны Турция будет на стороне Азербайджана. Сдача этих сел создаст большие проблемы для дорог Идживан, Наимбирян и Ереван в Тбилиси. Никол Пашинян сообщил, что при необходимости в Аскипаре будет построена тоннель, дорога Янакован-Джудживан. О датах сдачи сел ничего сказано не было. Житель Аскипара Роберт Меликян сообщил, что на прошлой неделе он встретился в Аскипаре с министром обороны Армении Суреном Попекяном, который сказал ему, что они не сдадут территории этих четырех сел, пока Азербайджан сохраняет за собой более 700 гектаров села Беркабер и другие земли. В ответ Никол Пашинян заявил, что каждый должен заниматься своим делом, отметил Саркисян.